Москва. Я хочу вам показать квартиру, которая сдается на лето 2019 года. Квартира, в которой есть полностью все для проживания, находится в ЖК Черноморский 2, прямо на берегу нашего Черного моря, на толстом мысу. 3 минуты до пляжа Сады-Море и 2 минуты до открытого моря. Сейчас предлагаю пройти в саму квартиру и обязательно потом пойдем на пляж и вам покажу. Мы зашли в нашу квартиру. То есть у нас идет прихожая, в прихожей стоит шкаф, есть, кстати, сушилка для одежды. Вот это кресло раскладывается, это уже одно спальное место. Имеется полотенце, одеяло, подушки, есть шкаф, чтобы положить свои вещи, чтобы повесить свои вещи. Также есть тапочки, можно взять в использование, ходить по квартире. Санузел. В санузле у нас все очень чистенько, все цивильно. Ремонт только еще сделали, еще пока никто не жил. Стиральная машина имеется, фен, все полотенца предоставляются, телевидение, Wi-Fi. Есть комод для вещей, тумбочка есть для каких-то вещей небольших. Диван, который раскладывается, это уже 3 спальных места. И пошла у нас кухня. На кухне стоит также кресло, оно раскладывается, стол, обеденный, зона приготовления пищи, полностью вся посуда, чайник, микроволновка, вода есть постоянно, горячая, холодная, холодильник. То есть квартира полностью обустроена для комфортного проживания. Все цены, ребят, я оставляю в описании. Сейчас я предлагаю вам прогуляться к морю и обязательно покажу пляж, на который вы будете приходить. Ребята, мы пришли на пляж. Пляж у нас называется Сады-Море, мелкая галька. Очень просторный, объемный пляж. Ну, Сады-Море немножко туда дальше. Это получается, наверное, конец пляжа Сады-Море. Уже у нас стоят вовсю везде буйки. Уже даже домики ставят. Шезлонги, то есть уже можно полноценно приезжать на отдых. Как мы видим, в этой зоне, в этой части нашей набережной есть кафе, рестораны. По дороге с квартиры вы как раз-таки проходите мимо супермаркета «Магнит», мимо столовой. То есть у вас всегда будет возможность зайти покушать, позавтракать и вечером пойти домой и поужинать. Если мы пойдем налево, мы придем как раз вот на эти пляжи Сады-Море и Долнива. Если мы пойдем направо, мы придем на песчаные пляжи. То есть до центра здесь буквально минут, может быть, минут, если с этой точки мы рассматриваем, может быть, минут 5 до центральной набережной. Ну и прогулочная зона у нас пошла в левую сторону. Там у нас Пицутские сосны, аллеи, и очень все красиво, чистый воздух, все замечательно. Я думаю, что на этом все. Ребята, приезжайте к нам на отдых в наш прекрасный, прекрасный город Геленджик. Мы вас ждем, мы вас встретим, и у вас будет незабываемый отдых. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. Я продаю квартиры в Геленджике, поэтому я думаю, что если у вас будет какой-то вопрос по недвижимости, по приобретению квартиры или дома, вы можете обратиться ко мне, написать, либо позвонить по номеру телефона, указанному в описании. Ребят, всем до свидания. Люблю, целую. Спасибо, что со мной. Ценю. Пока.